Огромное вам спасибо за то, что находитесь на передовой, за то, что охраняете и защищаете наше здоровье. Низкий вам поклон, с праздником. Сказать спасибо за круглосуточную охрану здоровья граждан, за нелегкий труд, поздравить с Международным днем медсестры в Химкинскую поликлинику номер 5 приехали представители городской администрации. Мужчины выразили слова благодарности и вручили букеты цветов, а представительницы этой важной профессии прочитали стихи. А ночью медики не спят. Весь мир от головы до пят ночным дыханием объят. И только медики не спят. Сегодня в 5-й поликлинике Химкинской областной больницы трудится около 20 медицинских сестер. Это те люди, которые сегодня находятся на передовой. А те, которые зачастую не видят свою семью уже очень долгое время. И мы решили поддержать их такой вот, так скажем, акцией, подарками, цветами, для того, чтобы хоть на минуточку скрасить их рабочий день. По словам медиков, работы в последние полтора месяца у них значительно прибавилось. Но они не унывают, поскольку осознают важность их нелегкого труда для пациентов. Если мы раньше меньше с ними контактировали, общались, то сейчас очень много приходится общаться, очень много приходится людей тоже как-то поддерживать, чтобы они понимали, что это время такое, ну вот, свалилось на нас. Ну, пытаемся много разговаривать, много как бы выполняем и свою работу, еще работу, наверное, психологов. Международный день медицинской сестры отмечают во всем мире с 1965 года. Это наши настоящие герои и героини, и мы равняемся на вас. А мы, в свою очередь, говорим очень простые вещи жителям Химок, нашим дорогим химчанам. Пожалуйста, оставайтесь дома, ведь сегодня это самое главное, что мы можем сделать для наших медицинских работников, для наших медицинских сестер. От этого зависит здоровье и медицинских работников, и наш с вами. Поэтому остаемся дома, боремся с вирусом и будем здоровы.